А сейчас подробности этих и других тем. В Лиде под колесами автомобиля погиб пешеход. 41-летний личанин был сбит Audi в субботу около 9:30 вечера на улице Ленинской в районе Кургана Бессмертия. В момент наезда он переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Автомобиль же, которым управлял 30-летний местный житель, по предварительной информации двигался с превышением допустимой в населенном пункте скорости. Мужчина умер на месте происшествия. Установлено, что пешеход пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля. Со слов водителя, он двигался со скоростью примерно 70-80 км в час и в момент разъезда со встречным автомобилем был ослеплен ближним светом фар, в результате чего не мог видеть, как пешеход пересекает проезжую часть, в результате чего и был совершен на него наезд.